Продолжается общенациональная акция президента по поддержке участников Великой Отечественной войны. В канун Нового года каждый из 5115 ветеранов, проживающих в нашей республике, получит поздравления и подарочный набор от имени Нурсултана Назарбаева. Среди них жительница столицы Мария Ивановна Полторацкая. Она не попала в самое пекло войны, но вместе со своими сослуживцами внесла неоценимый вклад в победу над фашистской Германией. Савей Байбусинов расскажет, почему в 41-м юную девушку отказывались брать на службу и как ей все-таки удалось туда попасть. Картин, вышитых крестиком у Марии Ивановны, ветерана Великой Отечественной войны, хватит на целую галерею. Неторопливыми движениями, стежок за стежком, и получается очередной шедевр. А 70 лет назад тогда еще юной девушке пророчили блестящую военную службу. Но она отказалась. На фронт Мария Ивановна попала в 18 лет добровольцем. Сначала это было военное училище младших командиров сторожевых кораблей. А в 42-м молодая связистка оказалась на передовой. В 431-й батареи Батумского укрепленного сектора Кавказского морского оборонительного района. От нашей работы вот именно зависела вся стрельба батарей. Если мы дадим данные хорошие, точные, значит все. Наша батарея потопила, уничтожила одну немецкую подводную лодку. Вычислить, а тем более уничтожить подводную лодку тогда было редкостью. А для всей батареи, вспоминает Мария Ивановна, этот день стал праздником. Но настоящая радость пришла 8 мая, когда командир объявил о победе. И сегодня ветеран, надев свой парадный костюм, встречала гостей и испытывала то же чувство. Мария Ивановна, как и сотни ветеранов, принимала поздравления от имени президента. Назарбаев, правительство, они уделяют большое внимание нам, участникам. Всем почти квартиры выдали. Это разве плохо? Помогают на все праздники, нас приветствуют, дарят там и подарки, приглашают в рестораны. Конечно, приятно, что там говорить. Тем более от Назарбаева. Говорить о войне Мария Ивановна может долго, но иногда немного подводит память. И даже несмотря на свой преклонный возраст, ветеран ведет что-то вроде дневника, записывая туда не только важные события своей жизни, но и то, что пережила она, а вместе с ней огромная страна. О том большом подвиге уже для своих правнуков, чтобы помнили. Саби Байбусинов, Херсен Мухамбеталин, Астана.